1000 гривен в день солдатам, которые воюют. Кто обещал 25 мая, если станет президентом, 26-го в нашей стране наладится все. Да. Но что-то в нашей стране только хуже и хуже. А то будет длиться часы, елки-палки. Да, да. Господин президент, какое нахуй АТО, блядь? Послушайте, что здесь происходит. АТО, блядь. Тут война, блядь. Если вы этого, блядь, не видите, то поднимите свою сраную жопу, блядь. Возьмите с собой жену, блядь. Всех детей, блядь. И приедьте сюда, и посмотрите, что тут, блядь, происходит. АТО, блядь. Как пацаны, блядь, гибнут, сука, за вас, блядь. За то, чтобы вы в шоколаде жили, нахуй. У нас уже, блядь, знаете, какое чувство, блядь, господин президент, блядь? Что мы, блядь, без вот этого вот. Без вот этого. Вот этого, блядь. Вот этого, блядь. И вот этого мы уже, блядь, свою семью, чувствую, скоро не сможем прокормить, блядь. Потому что нам придется, блядь, вернуться, нахуй, и добывать себе еду, блядь, по-настоящему, блядь. А не, блядь, потому что у нас зарплата сегодня, блядь, пиздец, мы вчера посчитали, блядь, $150, блядь, и ни в чем себе не отказывай, нахуй. А у некоторых людей дома, блядь, и по $30, блядь, у многих, не у некоторых, у многих, блядь, у пенсионеров, которые отпахали всю жизнь на свою родину, блядь, а теперь куска хлеба не могут купить, блядь, потому что экономят. Господин президент, это пиздец. Я чувствую, скоро этому пиздецу наступит конец. Зато ты Нацгвардию свою, блядь, укрепляешь. Новенькие автоматы им даешь, блядь. Джипы бронированные, блядь. Танки Булаты стоят за 50 километров от передовой, блядь. Ты думаешь, за ними запрячешься, хуй сосать. Блядь, где хоть один кугуар, блядь, на передовой, где надо раненых вывозить, блядь? Где, блядь, хоть одна нахуй машина, блядь? Нам люди, блядь, простые помогают, пригоняют машины, блядь, а мы еще и за свои бабки, блядь, доводим до ладу, блядь. Каждый день, блядь, нахуй колеса, блядь, бортируем, вулканизируем, потому что на этих осколках, блядь, тут невозможно ездить просто. Где, блядь, питание, елки-палки, блядь? Если бы не волонтеры, им памятник при жизни надо было ставить. Да пиздец нам уже тут был бы, блядь. А куда сейчас эти, блядь, волонтеры денутся? Посмотрите, блядь, на цены. Уже и волонтеры скоро, блядь, просто обескровлятся. Что, блядь, тогда, нахуй? А то, блядь, опять а то, блядь. Это пиздец, блядь. Нет, господин президент, это просто пиздец, что происходит, блядь. А он нам дал автоматы 80-го года и ПТУРы, которые, блядь, 5 штук выпустили по танку, ни один не сработал, нахуй. Ни один ПТУР, блядь, не сработал. Блядь, у меня ПМ... Какого года? Блядь. Наверное, видно, блядь. 54-го года, блядь. Наверное, видно. О, 54-го года, блядь. А у меня 85-го пулемет. И эта хуйня еще стреляет, самое что интересное, блядь. Ага. Зато у нас гвардии форты, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. И утесы, блядь. Где у меня утес, нахуй? Дайте нам хоть один утес, чтоб, сука, стоял тут, блядь. Вообще хочу еще обратиться к тех пидоров, блядь, все есть, которые, блядь, воюют, погибают. Да. Ребята, думайте, нам надо скоро идти реально на Киев, а не сидеть здесь, потому что там самый настоящий враг. Там одни пидоры сидят, которые нас сюда загнали, блядь, и нихуя для этого не делают, блядь. А пацаны гибнут тут, блядь. Надо уже не просто с ними разговаривать, а выводить нахуй, стрелять, блядь, вот там вот прям на Майдане, блядь, чтоб те, которые погибли на Майдане, блядь, не переворачивались в гробу, нахуй. Думайте, господин президент, блядь, башкой своей. Думалка у него не работает, сука. Видишь, думайте только, президент. Что карманы свои набить. У нас люди, сука, грязи, дома, блядь, нищие, нахуй. Блядь. Уроды, блядь. К чему ты страну привел? Это пиздец.